Ох, просто я подумала, что если бы не вы, то вот моя Нинуля-то как бы. Это моя сестра, она у меня лежит парализованная после инсульта, и я к ней хожу просто каждый день. И получается, вы не только меня, вы тоже ее еще спасли. Данила Георгиевна, я не сделал ничего сверхъестественного. Ну да, конечно, ничего. Вы не прибедняйтесь. Откуда вы знаете, как меня зовут? Ну, вот видите, не помните. Это стресс. Ну, давайте договоримся, Данила Георгиевна, сегодня никуда из дома не выходить. Вот ни под каким предлогом, просто побудь дома. А почему так надо сделать? Не ваш день сегодня. Ну, валяйтесь на диване, посмотрите телевизор. Хорошо? Договорились? Да. Счастливо. Спасибо. До свидания. Молодой человек, забыла спросить. Зовут Васка. Сергей. Сережа. До свидания. Спасибо. Вызывали? А, да, Гриш. Значит так, слушай новые вводные. Первое. Добавь человека в мою личную охрану. Вот только не номинального, а профи. Так, а я других не держу. Давай без комментариев. Второе. Двух человек приставь к Светлане. Чтобы они присмотрели, чтобы она никаких глупостей не наделала. В смысле? В смысле, чтобы не контактировала с незнакомыми людьми. Вообще никаких контактов. Пусть дома сидит. Никаких выездов. Я перед Серегой за нее в ответе. Понял. Ну, раз понял, так действуй. Куда? К электрикам на второй. А пропуск? А вручную надо было? Да у нас недавно бизнесмена одного грохнули. Теперь даже уборщиц пропуска спрашивают. А? И что делать? Вон телефон. Позвони электрикам, пусть спустятся. Понял. Спасибо. А что, если сработать внезапно, на опережение? Не вариант. Да, один против трех только в кино бывает. Ты чё, Юрец, охрану усилил? Кого боишься-то? Ладненько, переходим к плану «Б». Ну что, большое спасибо, вы очень помогли следствию. Спасибо, до свидания. До свидания. В общем, встреча с Мазуровым пока отменяется. Я так понимаю, что это и было его алиби, да? Правильно понимаешь. Быстро подсуетился. Суетился как раз не он. Знаешь, как тебе сказать? В жизни есть интимные тайны, о которых не должен знать муж. Чей муж? Господи, у Мазурова есть подруга. У подруги есть муж. По крайней мере, теперь понятно, почему той ночью Мазурова никто до утра не мог вызвонить. А Воробьев тогда к кому сорвался? Спешу напомнить, мой юный друг. Мазуров в нашем списке первый, но не единственный. Поехали. Никогда не любил оружие, в отличие от Мазурова. А смотри, как все получилось. Извините, пожалуйста, можно у вас? Одну минуту. Да? Скажите, а вот у этого гаджета какая предельная дальность? Винтовка СВД облегченная. Убойная сила 400 метров,
Калибр 7,62. На среднего зверя. Ну, можно и на крупного. Ну да, можно и на крупного. И вот так можно взять купить, да? Да. Лицензию, охотничий билет и винтовка ваша. Да меня друг на охоту позвал. Вот, подарок хотел купить. Но это весьма специфический подарок, поэтому формальности вам не избежать. А так вообще какие документы нужны для лицензии? Справка из полиции, справка из наркодиспансера и психушка. Угу. Спасибо. Не за что. Психушка? Здравствуйте, дядя-психиатр. А дайте мне справку на приобретение охотничьего ружья. О, ружье, прекрасный выбор. А не вы ли у нас бросаетесь под машины и глотаете таблетки? Да, облом. Прошу прощения. Я тут случайно услышал, что вам срочно на охоту надо. Ну, типа того. Ну, есть вариантик. Взаимно приемлемый. Ваши деньги, наш товар. Ну, пакет документов через недельку. А есть без документов? Так тоже можно. Но ответственность, если что, конечно, ваша. Ну, понятно. И сколько стоит? Вас вот эта винтовочка с оптикой интересует? Да. 100. Это две цены. Ну, да. Ну, чего, подумайте? Подумаем. Меня всегда здесь можно найти. Лучше два. Да нет, что. Ну что, проверим, сколько денег душа оставила телу. Так, пин-код нацарапан на карте. Подозреваю, что воров мы не боимся. Видать, и воровать-то особо нечего. Ну что ж, не будем себе ни в чем отказывать. Да вы, Валентин, транжира. Закрыть. Привет. Привет. Все нормально? Да. Свет, я, конечно, все понимаю. Тебе нужно время, чтобы прийти в себя, но ты как-то держись. Юр, я не люблю эти дежурные фразы. Извини. Ты хочешь чая? Нет, спасибо. Свет, а скажи, Сергей в тот день, он не говорил, куда и кому собирался ехать? Вы вообще встречались? Ну да, он приезжал, привез корм для Джека. Потом сказал, что у вас в офисе опять какой-то пожар, и уехал. А куда уехал? Ну, из офиса. Не говорил? Нет. А он вообще меня в тот день вспоминал? Нет, ты пойми, я просто хочу знать все детали, вот и все. Юр, я не помню. Светлячок мой, как же мне тебе все объяснить и не испугать? Нужно, чтобы ты держалась подальше от Мазарова. А потом он просто исчезнет из твоей жизни. Ладно, что у нас по плану? Деньги. Деньги. Надо понять, где я работаю. Так, вот. ООО «Автозапаска». Широкий выбор товаров для автомобилей. Младший менеджер по продажам. Фух, мальчик на побегушках. Так, что у нас тут по сделкам? Обороты у компании никакие, нормальных договоров. Кот наплакал. С мониторингом вообще беда. Да, короче, с вами тут много не заработаешь, ребята. Значит, слушай, меня сюда, Валенок. Послушай, я тебя просил, не называй меня Валеной. Пожалуйста. Свет,
Слушай, надо что-то решать с этой квартирой. Она ведь на Серегу оформлена. Он ее записал на меня. Молодец. А я думал, надо как-то решать эту проблему, а проблемы, оказывается, нет. Свет, ты извини, конечно, я понимаю, что сейчас не время, но вынужден тебе напомнить. О чем? О твоей доле в компании. Тебе надо срочно продать твои 2%. Продать? Кому? Мне. Я должен отвести от тебя угрозу. Пускай они лучше со мной разбираются. Кто они? Те, кто убил Сергея. Ну и потом, Свет. 2% – это очень приличная сумма. Тебе ведь нужны деньги. Подожди, почему 2%? У Сергея огромная доля. Свет, ты извини меня, конечно, но вы были не муж и жена. Свет, ты не переживай, я учту твои интересы. Я серьезно учту. Ну, что ты молчишь? Я думаю, что мне нужно поговорить с моим юристом. Поговорить – это время. А у нас счет идет на дни. А если ты будешь тянуть, у нас счет пойдет на минуты. И поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Юр, я не готова сейчас с этим заниматься. Неужели тебе так трудно это понять? Мне будет трудно понять, когда пострадаешь ты. Что я потом Сереге на могиле скажу? Не доглядел? Хочешь, только не тяни. Принимай решение побыстрее. Я тебе завтра позвоню. Спасибо за чай. Пока. Пока. И все равно я не понимаю суть твоих претензий к Харькову. Федор Иванович, да он просто балласт, планктон бездарный. Это все слова. Слушайте, абсолютно никакой инициативы. Тупой исполнитель. Я вам такого специалиста за 5 минут на улице найду. Значит так, давай так. Не мне, а тебе. Мне плевать, что у тебя творится в отделе. Мне самое главное – результат. А результат будут спрашивать с тебя. Я не понимаю. Что ты так взъел, как с цепи сорвался-то, наверное, Харькова? Во-первых, человек вот только что с того света вернулся. А во-вторых, месть – это не очень хорошее качество. Какая месть? Вы о чем, Федор Иванович? Да ладно, я все-таки не на обитаемом острове живу, а типа на подводной лодке. Мне уже доложили, как он к тебе приложился. Слушайте, это совершенно здесь ни при чем, Федор Иванович. Ну да, конечно. Федор Иванович, я вас очень прошу. Значит так, я тебя знаю очень хорошо. Харькова вот оказывается не очень хорошо. А тебя знаю как облупленного. И ты знаешь, тоже не идеал. Так что больше ко мне с этими кадровыми глюками не лезь. Все, свободен. Извините. Да, подожди. Площадка для поединков для бокса на «Р» начинается. Как? Правильно, ринг. Алло, Томка, привет. Да, это я. Ну, все в порядке. Слушай, помнишь, у тебя была история с детьми, которые присылали тебе всякую чушь на почту? Да. И ты говорила, что у тебя есть какой-то знакомый хакер, который их вычислил. Так вот, мне нужно, чтобы ты меня познакомила с ним. Я тебе потом все расскажу. Я перезвоню тебе, ладно? Только, пожалуйста, выполни мою просьбу, ладно? Целую тебя, пока. Алло, ты как? Нормально. А что? Слушай, ты реально это... Ну, после этого ты изменился как-то? В какую сторону? Да в офигительную. Да. Я тебя 1000 лет знаю, чтобы сказать, что ты так Толкачеву заедешь. Я сам в шоке. Ты-то ладно. Весь офис вон на ушах. Ну, не очень удобная поза для офиса. Вот, и чувство юмора у тебя изменилось. Вернее, появилась. Thank you. You are welcome.
И с английским тоже. Слушай, Валь, ты каких таблеток наглотался? Клянусь, я такие же хочу. Коли что за колеса? Саша, Саня, эти деньги случайно не должен? Нет, а что? Можешь одолжить? Да, конечно. Сколько? 1020-30. Сколько? Валь, ты что? Я думал, штук полторы. Ну и потом, я же на мопед коплю, ты забыл. Ну да. Что, как думаешь, в офисе кого-нибудь стрельнуть можно? Сейчас. Да нет, наверное, у всех традиционный голяк. Завтра же зарплата. Угу. Узнать бы еще, сколько я получаю. Заморожено. А уже потом отойдет тебе как совладельцу, поскольку Сергей и Светлана не были расписаны. Тут есть некие нюансы, но их можно уладить. Так может проще подождать полгода? Они не будут ждать полгода. Они и двух месяцев ждать не будут. Почему? Специфика их бизнеса. Поэтому единственный путь прежний. 2% Светлана Геннадьевна. Ясно. Слушай, а что если... Не дай бог, конечно, со Светланой Геннадьевной что-нибудь случится. Ну, тогда все твое станет сразу. Тут есть одно но. Какое? Ты станешь главным подозреваемым. Я же говорю, не дай бог. Так я о том же. Хорошо, и что ты предлагаешь? Я не знаю, я всего лишь юрист. Тут надо думать. А мне нужен не всего лишь юрист, а хороший юрист. Так что давай, иди думай. Я извиняюсь. А вы к кому? Я тоже извиняюсь. А вы кто? Охранное агентство. Так к кому вы? К Шурдиной Светлане Геннадьевне. Майор Исаев, следователь. А вы надолго? Как думаешь, я должен отвечать на твой вопрос? Ладно, звоните. Светлана Геннадьевна. Да. Я так понимаю, вы куда-то собираетесь? Мне нужно срочно уехать. Что вы хотели? Мне казалось, что разговор у вас в квартире может быть более неформальным, чем у нас в конторе. Салон моей машины вас устроит? Вполне. Тогда поехали. Понимаете, в первые дни после убийства Сергея Воробьева все его близкие, знакомые, так сказать, на нервах. Отсюда первые показания, которые вы пока не сильно помогли следствию. Вы думаете, что у меня есть что добавить к сказанному? Думаю и надеюсь. Пожалуйста, спрашивайте. Ну, что я мог сделать? Они сели и поехали. Заруби себе на мозг. Жичке, если ты ее упустишь, я тебя съем. Да не упущу я ее. На дорогу смотри, я не по телефону разговариваю. Все, давай. Эх, Светочка, Светочка. Скажите, вы, Сергей, в последнее время были проблемы по бизнесу? Может, на него кто-то давил? Может, он при вас с кем-нибудь вел не слишком дружеские разговоры по телефону? Так что? Светлана Геннадьевна, у вашего гражданского мужа были проблемы? Нет, у моего мужа не было проблем по бизнесу. Вам знакома эта машина?
Какая? Да вон, уже минут 10 у нас на хвосте висит. Это охранник Леша. Тот же самый, что и на лестнице? Да. С чего вдруг? Друг моего мужа считает, что так будет спокойней. Это который Юрий Мазур? Да, он. Странно. Ну, что тут странного? Проблем по бизнесу нет, а охрану представляют. Но это же не запрещено законом. Да нет. Но что-то мне подсказывает, что это не последний наш с вами разговор. Вы бы лучше искали убийцу моего мужа, чем со мной разговор разговаривали. Так мы и ищем. Заметно. Вы не против, если я остановлю около метро? Харьков, куда ты мог спрятать деньги? Так, вариант номер один в книгах. О, и сразу бинго. О, я еще и филателист. Что ж, хоть какие-то увлечения есть у человека. Так, так, ну где же здесь нет? Да и тут пусто. Похоже, мамины. Не стоит их брать, у нее слабое сердце. Валь, ты дома? Дома? А мы с Верочкой внизу встретились. Пойдем чай пить. Я торт купила. Ты что это без тапок? Ну-ка быстренько надел, а то простудишься. Пошли. Алло, да? Да, здрасте, это Светлана. Я подошла, я не вижу, где вы. Я прямо перед вами. Прямо это не направо. А. Добрый день. День добрый. Давайте компьютер. Алло, Юрий Викторович. Она встретилась на лавочке с каким-то додиком. Отдала ноутбук. Ну, что они делают? Что делают? Ну, сидят, что-то ковыряют в нем. Все? Все? Да. Хорошо. Вы знаете, Тамара очень хвалила вас. Я надеюсь, я вам перезвоню. Что... Все, он ушел. Так что он в результате сделал? Я не знаю. Отсюда мне не видно было. Ну, так очки купи, не видно ему. Хорошо. Баран. Ну, как, Валечка, твой первый день на работе прошел? Нормально. Как-то нормально. Нормально это. Валя, торт вкусный? Нормально. Так ты же его даже не попробовал еще. Ну, я по виду видно, что такой нормальный. Валь, прекрати, ты можешь с нами нормально поговорить? Я нормально разговариваю. Че это нормально? Нормально это значит нормально. Ой. Кто это? Лялька. Лялька, привет. Господи, куда ты пропала? Все хорошо? Я думаю, куда ты пропала. Валя, Валя. Послушай, скажи, тебе можно денег занять, а? Как денег занять? Валь, ты что, забыл? Это я иногда у тебя деньги занимаю. А ты у меня... Что-нибудь случилось? Ничего. Хочешь завтра зарплату? Валя, ты забыл, что у тебя завтра зарплата? Прикинь.
Тогда я тебе напоминаю еще об одном событии. Ты обещал в день своей зарплаты сводить меня в ресторан. Валь, я уже выбрала в какой. Хочешь знать? Боюсь, что нет. Как нет? Ир, у меня другие планы. Как другие планы? Валя, на выходные? И на выходные тоже. Слушай, а когда нам деньги на карточку перечислить, зарплаты? Думаю, они уже там. Да ладно. Да. Слушай, я сейчас гоняю, приходишь меня, я до банкомата и обратно. Валь, ты что, ты знаешь, как у нас с этим строго? Тебя вчера принесло только потому, что ты это, ну... Так, спится, надо съездить к оптовикам, заказать партию бензонасосов. Максим Олегович, у меня же сегодня вопрос по сметам надо закрыть. Вы же сами говорили, что если... Так а давайте я... Максим Олегович. А тебе что, заняться Харькову больше нечем? Почему нечем? Есть чем. Ну, так Сашкино дело важнее. Если он это сегодня не сделает, так мы неделю потеряем. А я готов. Это же очевидно. Ну да. Ладно, езжай. С вами приятно иметь дело, господа. Так, спится. Иди работать. Уж я лечу, Максим Олегович. Так, что у нас тут? Ух ты, 60 тысяч. Не ожидал. Мелочь, а приятно. Так, где будем брать остальное? Думай, думай. Руки вверх! Харьков, вы арестованы за взлом банкомата. Чего замер? Боишься? Правильно, бойся. Между прочим, меня весь класс вчера просил. Аркаша, говорят, увидишь Валька, одноклассник Аркаша. Бошку ему оторви. Напугал Аркаша, напугал. Ты чего на встречу-то не пришел? Договаривались же. Времени не было. Ну как времени не было? Слушай, мы так Лёву посидели. Значит, Наташка, аспирот успела. Вот если бы не твоя язва, мы бы сейчас сели, посидели, выпили. Вот. А между прочим, язву лечить нужно. А иначе запустишь, потом ку-ку. А ты все-таки зря не пришел на встречу. Знаешь, кто был, угадай? Марченко, Малыхин. Давно видел? Не знаю. С Марченко перечкал в прошлом году. Все-таки она хорошо выглядит. О, ну, вообще-то я подумал, что Марченко это мужик. Ладно, это все лирик. Что ты решил? А? Мы же с тобой еще неделю назад созвонились. Ты обещал подумать, ну? У меня прямо гадай мелодию. И о чем же я думаю, кроме автозапчастей? Акаш, мне нужно еще пару дней подумать. Ну. Стоп, подожди. Я понял. Я тебе в придачу еще странника отдаю. Нет, я понимаю, что это не черный пенни, но марка тоже не дешевая. Марки. Как же я сразу не догадался. Ну, я не знаю, если ты больше дашь. Ну, послушай, Аркаш, ну нашелся человек, уже покупатель есть, он сегодня принесет деньги. Ну, я понимаю, что у меня нет таких денег, она стоит 1050, не меньше. Да. Я найду эти деньги. Ты понял? Я найду эти деньги, слышишь? Только ты ее не продавай, я тебя прошу, иначе нашей дружбе конец. Нет, нет, Аркаша, наша с тобой дружба только начинается. Слово. Все, я побежу. Оказывается, быть филателистом иногда довольно выгодно. Юрий Викторович, добрый день. Майор Исаев, мы с вами несколько дней назад встречались. Да, я помню. Прошу извинить, что я вас вот так вот перехватываю. Ну да, можно было связаться... Через моего секретаря. Вы знаете, иногда голубиная почта гораздо эффективнее, чем связь через секретаря. Вот ваша птица, секретарь, третий день утверждает, что знать не знает, где вы находитесь. Времени, знаете ли, свободного нет. Не у вас одного. Юрий Викторович, я же не шлю вам письменное уведомление, как свидетель. А мог бы. Может, поговорим недолго? Чего время терять? Уговорили. Пойдемте. Спасибо.
Скажите, а ваш бизнес, он же совместный? Естественно. А как распределены акции компании? Акции? Ну, вообще-то, это коммерческая тайна. Да бог с вами. Юрий Викторович, вам ли не знать, что для следствия эта информация открыта? И не только для следствия. Я вообще-то не понимаю, при чем тут следствие. Но, хотя нет, вы правы, да, извините. У меня и у Сергея по 49%, и 2% у Светланы Шевердиной. Забавный расклад. Скажите, а почему Сергей и Светлана не были расписаны официально? Вы у них спросите. Точнее, у нее, у Светланы. Извините, но, правда, это вопрос не ко мне. Да, это вы меня извините. Послушайте, я, конечно, не силен в экономике, но в вашем случае 2% – это как раз то количество, которого ни Сергею, ни вам не хватает для контрольного пакета, так? Ну да, именно так. А что? А, нет, просто мысли вслух. Послушайте, Юрий… Владимирович. Владимирович, я к вашим услугам по любым вопросам, касающимся трагедии Сергея. Но на мысли вслух у меня точно нет времени. Извините. Да, конечно, понимаю. Спасибо, что уделили мне время. Слушайте, хороший у вас офис, удобный. Не жалуюсь. До свидания. Странно, это все странно. Только как я это все Свете объясню? Примет же за сумасшедшего. Или нет? Я же не поменялся совсем. Даром, что тело другое, друзья и родственники. Уходит душа единица постоянная. Ну вот она совсем рядом. А что, если правда все это? Про шестое чувство, интуицию. Раз уж даже мне в загробную жизнь волей-неволей пришлось поверить, так может и Света что-то почувствует, знает меня. Бред какой-то. Извините, Люба. В чем дело? Лёш, все в порядке. Вы столкнулись просто. Я прошу прощения. Это ваше? Да, это мое. Идемте. Еще раз извините. Извините. Нельзя все испортить одним неверным поступком. Держать себя в руках, держать! Да, Саша. Алло, Валюх, ты где? В пробке торчу где? Тут уже Толкачев рвет и мечет. Ты скоро будешь? Ну, я думаю, уже в понедельник. Ты что, прикалываешься? Ну, документ сейчас нет смысла ввести. Завтра суббота, движение по документам будет только в понедельник. Поэтому, что, Толкачев. Чего, привет? Давай, а? Ну,
Держи. Знаешь, Валька, скольких трудов мне стоило все это собрать? Надеюсь, почку не продал? Телевизор хотел бы продать. Ну, все-таки почку. Держи. Так, ну все, я погнал. А ты Странника смотреть не будешь? Давай посмотрю, конечно. Вот, сейчас покажу. Подожди, ну аккуратно, ну куда же ты руками? Валь, у тебя вообще все в порядке? Ты же не собирался коллекцию продавать. Знаешь, сколько она через 10 лет будет стоить? Нет у меня 10 лет, Аркаша. Ну, ты же ее всю жизнь собирал. Буду собирать значки. Спасибо. Приветствую. Привет. Я уж уезжать собрался. Пробки на метро ехал. Бывает. Ну что, смотреть будем? Конечно. Вот винтовочка. Удобная. Оптика пристрелена. Да. Как? Отлично. Патроны-то есть? Нет. Ладно, на. Еще штуку с тебя. Спасибо. Не вопрос. Что, тогда расплачиваемся и разбегаемся. Что тебе? Здесь 100. Тысяча. Да, я слушаю. Алло, это я. Короче, все получилось, но 1005 придется накинуть. Почему так дорого? Ну, я же не один работаю. Ребята постарались. К тому же мы не просто дом, а целую квартиру выследили. Ну, так что им передать? Вы заплатите или нет? Ну да, да, конечно. Тогда пишите адрес. Что, Юра, такими штуками ты собирался торговать, да? А теперь вот и я одну купил. Для тебя. Может, даже с первой твоей партии. Вот ведь ирония судьбы. Итак, полдела сделано. Теперь надо определить место для нашей последней встречи. Мой лучший друг Юрка. Успокойся, Воробьев. Успокойся. Успокойся. Юр, извини, что капаю на мозг, но нужно определиться со сроками. Иначе с новыми партнерами могут быть большие проблемы. У нас в документах с ними какие-нибудь сроки оговорены? В документах нет. Пока только устные договоренности. Ну, пусть тогда ждут. Юр, ты ж понимаешь, что с такими людьми слова весят больше, чем бумаги. Ты еще скажи, что они не знают, что такое форс-мажор. Почему не знают? Знают, наверняка. Ну, вот и сочиним очередную легенду о нашем форс-мажоре. Миша, мы же не отказываемся. Я просто не ожидал, что со Светланой будет так трудно договориться. Юр, я могу сочинить и легенду, и сагу, и даже миф. Но ты же понимаешь, что они уже не хотят разговаривать со вторыми лицами. Для разговора им нужен ты. Я и так уже прикрывал тебя все это время. Зачтется, не переживай. Да при чем тут это? Так, ладно, все, Миша, иди домой, я что-нибудь придумаю. Юрий Викторович, домой? Охрана, встает охрана. На, сейчас едем. Как у Светланы день прошел?
Ну как, съездила в женскую консультацию, зашла в магазин, все. Подожди, а в женскую консультацию зачем? Ну, женщина. Ну да. Моя жена там каждый месяц как штык бывает. С кем-нибудь еще контактировал? Нет. Гриша? Я все помню. Ну, тогда домой. Алло, Леша, поднимитесь, пожалуйста, ко мне. Светлана Геннадьевна, звали? Леша, у меня ощущение, что за мной следят. В смысле следят? Вот там. Все время кто-то на меня смотрит в бинокль. Где? Ну вот, видите, третий этаж от подъезда слева. Вот там. Да, я понял. Сейчас разберусь. Угу. А вы куда-то собрались? Очень холодно. Ясно. Светлана Геннадьевна, дверь закройте. Угу. Почему ты отключил телефон? Вера не может тебе дозвониться. И объясни мне, по какому праву ты меняешь планы на выходные, никого заранее об этом не предупредив? Мам. Вера так ждала этих выходных. Мам, ну у меня тоже могут быть какие-то свои планы. Ах, у него могут быть свои планы, да. Если ты живешь сам, у тебя могут быть свои планы. А до тех пор, пока ты живешь со мной, изволь, пожалуйста. Мам, все, я согласен, извини, ну, не прав. Давай, все, я с Верой поговорю и вообще, я с понедельника начинаю новую жизнь, поэтому у вас с Верой больше со мной проблем не будет. Я тебе обещаю. Продолжает надо мной издеваться. Господи, когда же это все кончится-то? Мам, ну... Валя, что они с тобой сделали в больнице? Господи, был такой хороший мальчик. Sitting on the top of the world, I can't remember how it was before.